имени Казкоммерцбанка, от нашей дочерней компании, там, фонда благотворительного Кушолу по программе «Ангел-хранитель», мы бы вот хотели вашей организации вручить чаевую лампу, которую вам маленькую свою объекту помощь несет в лечении ваших пациентов. Спасибо. Каждый из нас хочет, чтобы завтра мир был лучше, чем вчера. Один из способов улучшить свою жизнь – начать помогать нуждающимся. Поликлиника при клинике Международного казахско-турецкого университета имени Кожи Ахмета Яссауи обслуживает прикрепленных к ним более 56 тысяч пациентов. До сегодняшнего дня врачам-офтальмологам приходилось диагностировать и проверять зрение жителей при помощи аппарата, который был выпущен еще в 1956 году. Мы этот аппарат ждали очень давно. Для нас это была проблема. И большое спасибо руководству Казкоммерцбанка, так как они откликнулись на нашу просьбу и помогли прикрепленному населению города Чимкента. Это 56 тысяч населения, которые прикреплены к клинике МКТУ. И они все получат возможность качественного обследования органов зрения. 80-летняя Ольга Павловна Атякшева, одна из первых, прошла обследование на новом аппарате. Пенсионерка жаловалась на ухудшение зрения. Офтальмолог, обследовав пациентку в течение 2 минут, тотчас определила диагноз. Заболел глаз у меня правый. За 2 месяца он у меня буквально закрылся. Пришла к врачам. Вот. Безболезненно, все так нормально, все хорошо. Все хорошо. С помощью щелевой лампы можно осмотреть переднюю часть глазного яблока. Через расширенный зрачок видны хрусталики, передняя зона стекловидного тела. Кроме этого, исследуются детали края век и ресниц, пальпебральные и конъюнктивальные поверхности, слезная пленка. Данный аппарат помогает выявить глаукому. Закрытый угол идет, открытый угол глаукомы, да, также катаракты, новообразование глазного яблока, травмы глазного яблока, другие сосудистые патологии глазного яблока. То есть достаточно необходимое оборудование в работе офтальмолога. Уже более 10 лет при Казкоммерцбанке успешно работает благотворительный фонд «Кушола», который был учрежден топ-менеджерами Казкоммерцбанка. Мы, как банк, имеем свою дочернюю компанию, фонд «Кушолы». Мы часто участвуем в социальных программах. Своим партнером мы с данной клиникой уже сотрудничаем более 9 лет. Ну и в будущем мы готовы участвовать в наших области в социальных более еще глубже программах. Это не первая и далеко не последняя акция Казкоммерцбанка. Банк и дальше продолжит сотрудничество с организациями, которые нуждаются в поддержке. В планах финансового учреждения существенно расширить круг благотворительных акций.